Всем привет! Сегодняшний поход будет посвящен вокалоидам, точнее Хацуне Мику, а если еще точнее, то ее гоночной версии. В общем, сегодня я пришла в Good Smile Racing Shop. Сам магазинчик расположился на Акихабаре и занимает весь первый этаж здания, в котором базируется компания Good Smile. Это не постоянный магазин. В зависимости от сезона он может переезжать в разные места поближе к трассе, где должна быть представлена команда Good Smile Racing. На момент моего визита туда гонок особо не было, так что магазинчик на некоторое время появился в Токио. Я бы хотела начать наш обзорчик с тряпочек, так как в отличие от других брендов и персонажей, Хацуне Мику очень любит появляться не только на футболках, но и на более подходящих для жизни видах одежды. Хотя, наверное, самым популярным форматом для рейсинг Мику все-таки остаются футболки. Но кроме них можно встретить и большое количество спортивных кофточек с очень яркими артами и принтами. В стране восходящего солнца фанаты предпочитают покупать вещи с простыми и неброскими картинками, и это является верным практически для любого фэндома и персонажа, но только не для Мику. Одежда по Мику всегда очень яркая и привлекающая внимание, а ее рейсинг-версия так вообще зачастую выполняется в ядерных цветах, что делает ее выделяющейся даже на фоне других нарядов. Возможно, это связано с гоночной тематикой, ведь на трассе все машины и их команды и маскоты должны быть максимально яркими. Говоря же о тканевых сувенирах, обязательно нужно упомянуть про полотенца и гобелены. Этим товарищам яркость и броскость не так критична, ведь по сути они никогда не будут вынесены за пределы дома, а значит и стесняться своего хобби перед окружающими не придется. Конечно же, есть и более простые вещицы, например, сумки, мягкие игрушки, пазлы, чашки и тому подобные мелочи. Но кое-что стоит выделить особенно – это коллекционные модельки машин, ведь Good Smile Racing – это реальная гоночная команда, которая участвует в соревнованиях на авто с очень анимешными дизайнами. Говоря о дизайнах, стоит отметить, что каждый год у команды меняется стиль маскота, и Мику предстает в новом образе. И, конечно же, новая Мику тут же появляется на бортах участвующих автомобилей, одежде и различных сувенирах в таких вот магазинах. Вот это как раз-таки линейка 2022 года. И еще одна лимитированная вещица. Точнее, даже не вещь, а продукт. Продукт питания. Кстати, так как Good Smile Racing – это настоящая спортивная команда, то тут также продают и официальную одежду, используемую участниками. Правда, стоит она немало, но для фанатов, наверное, очень ценна.
И в завершении заметила вот такой аксессуар. Это держатель для маски, который стягивает резинки за затылком, чтобы не сильно напрягать ушки. В общем, вот такой вот Мико-магазин. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и до новых встреч на моем канале!